Всем доброе утро. Прикрепила тему, почему иногда можно и нужно кушать вредную еду. И, наверное, эта тема очень актуальна именно сейчас, в преддверии новогодних праздников, когда мы уже готовимся, мы уже пополняем наши запасики, холодильнички чем-нибудь, какими-нибудь вкусняшками. Планируем, что мы будем готовить на новогодний стол. Ну, это уже такая сильная традиция, которую, наверное, невозможно изменить в плане приготовления вкусняшек на Новый год. Потому что Новый год один раз в год, и хочется действительно оторваться по полной. Вот, поэтому я думаю, эта тема, почему иногда можно и нужно кушать вредную еду, она прям как раз очень актуальна сейчас. Хотя, казалось бы, наоборот, да? Наоборот, когда приближается праздник, ну вот Новый год в частности, почти все нутрициологи, диетологи начинают советовать, как не переесть в новогоднюю ночь, да? Как сделать какие-то альтернативные, более полезные блюда, чтобы не нанести ущерб своему желудочно-кишечному тракту и так далее. Вот, да, как бы наоборот стараются человека отвести от каких-то тяжелых пищевых таких закидонов, да. А я, понимаете, тут наоборот сейчас. Вот, ну, я думаю, что мы сейчас разберемся с этим вопросом, что есть полезное, что есть вредное, в каких количествах можно, когда, почему, по каким причинам, и все встанет на свои места. Сейчас еще ждем буквально пару минут, присоединяется народ. Еще раз всех приветствую, кто присоединился только что. Доброе утро. Я очень благодарна вам за, во-первых, за то, что вы уже с самого утра так активно желаете пообщаться со мной, обсудить такую интересную тему. А во-вторых, благодарна за то, что вчера вы дружненько прислали ваши версии в окне. Версии относительно того, почему, да, причина. Почему я так считаю, что иногда нужно и можно кушать вредную еду? Я себе переписала ваши версии, и они мне, в общем-то, все понравились. Я их потом зачитаю и выскажу свое мнение. Ну, итак, начнем, пожалуй, наш эфир. И начнем мы, наверное, с того, что сейчас проведем идентификацию, да, что есть, что такое вредная еда, что такое полезная еда, и договоримся, с какой точки зрения мы будем проводить эту идентификацию. То есть я думаю, что все прекрасно знают, что я натуропат, я занимаюсь натуропатией, наукой о естественном оздоровлении человека. Поэтому как один из инструментов естественного оздоровления – это естественное питание. И именно с этой точки зрения я и буду освещать эту тему, с точки зрения естественного питания. Если среди вас есть, я прямо уверена в этом, что большинство аудитории, которая сегодня здесь утром собралась, большинство из вас уже знают, что такое естественное питание. Большинство, скорее всего, знают не только в теории, но и на практике, уже у себя внедряют это естественное питание. Но если среди вас есть люди, которые вообще ни разу не слышали про естественное питание, то я думаю, вы сейчас заинтересуетесь этим, этой темой, и будете потихонечку вникать. А вникать можно, читая посты мои в ленте, переходя по различным ссылкам на какие-то другие социальные сети, может быть, источники. То есть найти меня можно вообще везде.
в разных соцсетях, и на Ютубе очень много видео на тему естественного питания. Вот, и потихонечку будете в это вникать. Потому что на самом деле вот эта тема перехода на естественное питание, это, можно сказать, вопрос, вот не побоюсь этого громкого слова, это вопрос жизни и смерти. То есть если вы находитесь на традиционном питании, то есть на том питании, на котором находились наши родители, и как нас учили с детства питаться, начиная там с детского садика и так далее, ну вот... всяко разно, да, вареное, мясное, сладкое, десерты, фрукты, все это вот так вот, перемешку в куче. Если вы вообще не понимаете, что здесь должны быть какие-то законы, то я вам очень советую остаться на эфире, чтобы хотя бы немножко начать понимать. Вот, итак, значит, я буду говорить о полезной и вредной еде с точки зрения человека, который уже практически на естественном питании и который рассматривает питание человека с точки зрения очищения и загрязнения. То есть вот это вот такое базовое понятие натуропатии, питание с точки зрения натуропатии, что еда нас либо очищает, либо загрязняет. Вот и всю еду мы делим именно на эти две группы: очищающие и загрязняющие. Диетологи, нутрициологи и люди, которые питаются традиционным образом, они не оперируют этими понятиями очищения и загрязнения, они оперируют другими понятиями. Сбалансированное питание, питание с точки зрения БЖУ, да, белков, жиров и углеводов, чтобы все там было вымерено, да, в определенных пропорциях и процентах. С точки зрения калорийности, насколько там богато витаминами, минералами питание и так далее. То есть там другие понятия. Но мы говорим только о функциях еды с точки зрения очищения и загрязнения. Потому что с точки зрения натуропатии, если человек питается загрязняющим образом, то рано или поздно он приходит к проблемам. Значит, и тогда мы должны разделить еду, то есть должна объяснить, да, что такое загрязняющее, что такое очищающее. То есть очищающая еда – это сырая растительная пища, а загрязняющая – это вся остальная. Ну, подробно об этом говорить не буду, потому что это не тема сегодняшнего эфира, но это надо принять как факт. И хотя люди, которые находятся на естественном питании, они, как правило, в подавляющем большинстве не питаются только сырой растительной пищей, у них есть еще и другая еда, но там есть определенные пропорции и законы. И об этом тоже как-нибудь в другом эфире, а сейчас будем говорить про вредности. Итак, с точки зрения человека, который находится на естественном питании или хотя бы на переходном этапе от традиционного к естественному, считает, что полезная еда для нас – это, во-первых, растительная пища, как в сыром, так и в термически приготовленном, но в сыром больше, чем в термически приготовленном. Это во-первых. Во-вторых, полезными мы считаем хорошие жиры, полезные жиры как растительного, так и животного происхождения. Но это чистые жиры, которые не подверглись какой-то переработке. И в-третьих, мы считаем хорошей полезной едой это небольшое количество легкого животного белка, тоже природного происхождения. Ну, такие как, например, яйца, рыба, морепродукты. То есть это довольно несложный животный белок, который тоже не претерпел каких-то жестких изменений со стороны рук человеческих. Скажем, колбаса, да, или там какой-то мясной полуфабрикат, это уже не совсем естественная еда, скажем, по сравнению с рыбой или морепродуктами или яйцами. Итак, вот мы обозначили, да, что такое полезная еда,
для человека, который находится на естественном питании. Что такое полезная еда для человека, который находится на традиционном питании, который не понимает и не разбирает еду с точки зрения очищения и загрязнения? Здесь, наверное, сказать довольно трудно, потому что я думаю, человек, который питается традиционным, он, скорее всего, всю еду, которую он ест, считает полезной. И вряд ли он задумывается о том, что еда может причинить ему какой-то ущерб. Ну, я отвечаю за свои слова, потому что я когда-то и сама была человеком, традиционно питающимся, и я была именно такого мнения, что вся еда, абсолютно вся еда является полезной. Вот все, что продается в магазине, это все полезно. Вот что хочешь, то и ешь. А вопрос возникновения заболеваний я относила совершенно к другой области. Никак не связывала это с едой. Поэтому для человека, который питается естественным образом или переходит, находится на этапе перехода к естественному питанию, вредной едой мы будем считать что? Что будем считать вредной едой? Ну, конечно, в первую очередь это еда, которая содержит сахар, рафинированный сахар, но это вся кондитерка, да, и ну, все, куда добавляется сахар. Далее мы считаем вредным все, что сделано из муки, все хлебобулочные, вся выпечка, опять же, кондитерка и так далее. Это тоже мы считаем все вредным. Дальше, что мы считаем вредным? Фастфуд, да, Макдональдс, какие-то полуфабрикаты, готовая еда, которую нам кто-то готовит, да, какие-то руки другие. Мы считаем тоже, что это не полезная еда. Конечно, мы считаем вредным тяжелые сочетания, сложные. То есть смешение нескольких видов еды, таких как крахмалы, животная еда, фруктовая, в одном приеме пищи. Это для нас тоже вредно. Ну и, конечно же, мы считаем вредной еду, которая содержит различные токсины. То есть это добавки, которые официально являются якобы разрешенными, химические добавки. Но на самом деле они, конечно же, с точки зрения натуропатии являются нисколько не полезными. И это то, что человек просто сам разрешил, да, внедрить в пищевую промышленность. Но на самом деле никакой пользы от них нет, а есть, конечно же, много вреда. То есть вот сколько много вредной еды с точки зрения человека, который все-таки стремится к более естественному питанию. И теперь, значит, пытаемся дальше разбираться, да, что происходит с человеком, питающимся более-менее естественным образом, когда он ест в основном очищающую полезную еду. Ну, то есть свою растительную пищу, да, преимущественно в сыром виде, свои жиры и свой легкий животный белок. Что с ним происходит, с человеком, когда он питается вот таким вот естественным здоровым образом? А происходит с ним то, что его организм очищается в большей степени, нежели загрязняется. Поскольку у него либо вообще нет загрязняющей еды, либо ее очень мало, то его организм очень хорошо очищается вот на такой еде. Соответственно, он получает очень хорошие результаты, человек, да? То есть он выглядит все лучше и лучше, он стройнеет, он получает все больше энергии, у него все лучше и лучше дела с микрофлорой, у него идет оздоровление, он потихонечку избавляется от своих каких-то диагнозов, хронических заболеваний, испытывает все меньше и меньше боли, у него настроение все лучше, у него, в общем и целом, все его состояние постепенно улучшается, идет в гору, если он питается преимущественно очищающей едой.
Вот на этом фоне, да, мы говорим сейчас про человека, который питается именно вот таким образом, более очищающим. И на этом фоне у него иногда возникают вот такие встречи с его точки зрения неполезной, да, вредной едой. И что при этом происходит, и как к этому относиться. Я думаю, что среди вот нас и среди вообще всех людей, которые питаются или стремятся питаться более естественным образом, вряд ли найдется человек, который прям такой идеальный весь, да, и который никогда не грешит в питании, который никогда ничего не нарушает, и вот прям вот с него можно писать картину маслом, что он прям вот ест только идеальную еду, всегда, всегда, и вот прям вот так под козырек. Я думаю, что таких людей, ну, буквально единицы, и здесь их точно нет. Вот на этой встрече нашей здесь их точно нет, потому что тема такая провокационная. Значит, ага, те, кто здесь есть, значит, они либо грешат, да, допускают еду, и я в том числе среди вас, либо даже если и есть среди нас такие белые пушистые ангелы, то они, наверное, спят и видят, а может быть, мне как-нибудь нагрешить, да, может мне там съесть кусок колбасы однажды. Вот, значит, что будет происходить с человеком, если он косячит? Вопрос в том, с какой периодичностью, скажем так, да, или с какой частотой он допускает вот эти вкрапления, да, ну, присутствие вот этой вредной еды. Значит, когда человек питается преимущественно очищающим образом, его организм очень хорошо очищается, и на любое вторжение загрязняющей еды вот такой организм у человека будет давать очень яркую реакцию. Если вы совсем недавно начали переходить на рельсы естественного питания, то, скорее всего, этой яркой реакции не будет. Просто потому, что ваш организм еще не привык к образу нового питания, к новому образу питания. Но если вы уже в течение нескольких лет практикуете этот переход, или вы уже считаете себя человеком на ЕП, да, на естественном питании, то, скорее всего, реакция будет довольно бурная. Если, скажем, вы переели этой вредной еды, или, ну, съели ее слишком много, да, в этот день, или ее было, скажем так, несколько видов в этот день, той еды, от которой вы уже отказались, и она появляется очень редко. Либо вы съели ее поздно вечером, когда организм просто ее воспринял не очень адекватно. Вот что бывает, как правило, с такими людьми? Как правило, эта реакция выражается в признаках отравления. Либо легкого отравления, либо тяжелого, ну, либо среднего, да? Какие это признаки? Это может быть полнейший дискомфорт в животе. Это может быть понос. Это может быть вздутие, газы, спазмы. Это могут быть просто боли в животе. Это может быть запор. То есть самые разные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть тошнотные и рвотные позывы. Это может быть головная боль. Это может быть озноб и вплоть до похмельного синдрома. Да, прям вот признаки похмельного синдрома, то есть интоксикации. Это может быть сыпь в разных частях тела, какие-то прыщи.
Это могут быть признаки простуды, так называемые, то есть в виде соплей, мокроты из горла, может заболеть горло, да, могут начать быть какие-то пробки гнойные возникнуть. То есть это какие-то будут выделения со стороны органов дыхания. Может чаще начать биться сердце, такие приливы жара, потливости, скачки давления. Вот это все может быть. То есть вот эти все признаки, которые я перечислила, это являются признаками интоксикации и попыток организма очиститься вот от этой еды. То есть, если вы ее съели совсем незначительное количество, ну там вот прямо буквально, не знаю, там с мизинчик, да, может быть, такой какой-то там кусочек, не знаю, колбасы какой-нибудь, предположим, то, может быть, вообще ничего не произойдет. То есть организм довольно легко справится с поступлением вот такой еды и воспримет это как просто то, что нужно расщепить и вывести, и не будет никаких признаков. Но если вы действительно вот набили, да, набили себя, ну, прям вот так конкретно этой вреднятиной, то могут быть вот такие вот признаки. Почему я считаю, что иногда, я не говорю, что часто, но иногда, может быть, раз в месяц, может, раз в 2 месяца, может, раз в 3 месяца. То есть это зависит от социальных факторов, но никак не от каких-то там потребностей, да, то есть это просто форс-мажорные какие-то обстоятельства, это праздники могут быть, да, это какие-то случайности, неожиданности там в поездке или где-то в гостях, могут быть вот такие вот пищевые возлияния, от которых вы не смогли удержаться, может быть, под натиском окружения, людей, с которыми вы были в этот момент, или под натиском чувства голода, которое было очень сильным, а ничего, никакой другой еды рядом не оказалось. Такое тоже может быть. Но это действительно я рассматриваю как какие-то такие вот случайности, да, вкрапления, точечные такие встречи с вредной едой. Почему я считаю, что несмотря вот на такие негативные проявления, ну, неприятные, да, скажем так, проявления в организме, почему я считаю, что иногда нужно их испытывать? В принципе, вы практически все, кто ответили в окне на этот вопрос, причины, вы все в той или иной степени оказались правы, потому что здесь несколько причин, и каждая из них действительно имеет свое обоснование. По нескольким причинам можно считать, что вот такие пищевые иногда, да, возлияния, от них даже есть какая-то польза. И вот, наверное, мне кажется, можно прям перейти к озвучиванию вот этих ваших ответов, и попутно я буду их комментировать, и вы поймете, что, в принципе, я придерживаюсь такой же точки зрения, таких же точек зрения, да, на причины. И мы сейчас это все разберем, почему это. Так, вот, интересный очень ответ. Чтобы оставался иммунитет к вредностям. Очень оригинально так сказано, но в принципе здесь есть такая здравая подоплека. Действительно, знаете, я несколько раз встречала где-то в интернете просто вот случаи, описания, люди описывали, люди, которые долго находились на очень чистом, очень здоровом, очень экологичном, правильном, естественном питании, я подчеркиваю, естественном питании, да, не том ПП, которое там с БЖУ, да, а именно естественном питании. И когда они по какой-то причине вдруг съедали такое немалое количество еды из своей прошлой жизни, ну, скажем, большой кусок мяса, то у них наступало очень жесткое отравление, очень жесткое, ну, прям сильнейшая интоксикация. И вот в таких случаях, конечно, можно говорить о том, что организм как будто бы растерял иммунитет вот к той еде, да, то есть он
полностью от нее отвык, совершенно, и он в растерянности, он не знает, что с ней делать. То есть поступил кусок какой-то инородный, да, инородный кусок какой-то незнакомой пищи, той пищи, о которой организм уже забыл. И у него уже не находится достатки вот этих его возможностей, ресурсов, да, ферментов для расщепления вот этой вот пищи, странной для него уже теперь новой. И действительно, как будто бы нет иммунитета. И организм оказывается беззащитным перед этим вот куском инородной еды. Он впадает в растерянность, и он выдает реакцию ее отторжения. То есть наступает полнейшее отравление с очень-очень тяжелыми симптомами. Я вот читала об этом, да, и действительно, если мы иногда будем давать себе вот эту вот, с точки зрения естественного питания, ну, немножко неестественную еду, ну, как, скажем, как мясо, да, если мы будем иногда его есть, то это скорее будет хорошо. И это именно будет держать организм как бы в таком некоем тонусе, как бы намекая ему, что, слушай, брат, мы иногда еще и вот это едим. Ты давай там не забывай, что у тебя есть еще ферменты для расщепления животного белка, и что ты еще должен с этим справляться иногда хотя бы и не доводить меня до интоксикации. То есть это такой, да, намек организму, что в принципе надо быть в ресурсе. Вот так. Потому что, конечно же, понятно, да, что лучше эту пищу принять и переварить, и получить от нее какую-то там пользу, да, какую-то небольшую, а от вредности избавиться безболезненно, бессимптомно, нежели получить вот такое вот отравление. Дальше еще новая версия от вас. Понять, что она невкусная. То есть вот эта пища вредная, что она невкусная. Действительно, вот такой сравнительный опыт, он очень многое дает. Когда вы едите ну, такую живую еду, когда у вас много сырой растительной пищи, и вы уже поняли вкус вот этой вот сырой пищи, да, вкус фруктов, понимаете очень хорошо, умеете наслаждаться этим, вкус овощей, и вдруг вот на этом питании, да, там начинается вот какой-то закидывание там какой-то колбасой, ну, образно говоря, да, там, или тортами, у вас очень четко наступит сразу вот здесь понимание того, что на самом-то деле вот эта пища, которая раньше была вкусной, там, торты возьмем те же, да, она на самом деле не так-то и вкусна. И вот такие вот сообщения я очень часто получаю от людей, которые проходят у меня какой-либо курс. Ну вот, например, вот был курс, да, недавно курс очищения организма, который длился месяц. Вот уже за месяц вот этого работы над собой, да, подготовки, очищения, изменения питания, уже за месяц у людей произошли очень интересные изменения. Причем приходили же люди не только подготовленные на этот курс, но и совершенно неподготовленные, которые пришли просто с традиционного питания. И за этот месяц они так перестроились, что в конце, когда уже был выход на еду, они по привычке еще думали, эх, вот котлеток сейчас поем, или там еще чего-нибудь, хлебушка и так далее. И когда у них уже вот на этом выходе, да, рецепторы привыкли кушать сырую растительную пищу, и когда у них уже наступил как бы разрешенный момент покушать эту котлетку или кусочек хлебушка, и они ее съедали, у них было легкое разочарование. То есть они в голове думали, что это будет вау, да, то, что они раньше испытывали кайф, а по факту оказывается, что за месяц организм уже совершенно по-другому относится к этой котлете или к этому куску хлеба. То есть в голове это как бы хорошо, а на языке и внутри, по ощущениям, это уже совсем уже не то, что они ожидали. И наступает вот такое, с одной стороны, как бы разочарование, а с другой стороны, очень хороший сравнительный опыт. То есть человек вот тут уже закрепляет в своей голове, что на самом-то деле, оказывается, это не так-то уж и вкусно, как я думал раньше. То есть вот для закрепления вот этого сравнительного опыта действительно иногда нужно ее
употреблять, чтобы вот тут и вот тут, да, вот эти закреплялись, вот эти якоря и правильные выводы. Так, следующий ваш ответ зачитываю. Чтобы понимать, как хорошо не есть вредную еду, что есть еда лучше. Ну, это, в принципе, то же самое. Да, это сравнительный опыт. Совершенно верно. Когда мы это понимаем и осознаем, нам проще двигаться в нужном направлении, и у нас меньше причин для срывов. То есть, когда это работает на осознании. Не только на дисциплине, да, но еще на осознании, на прожитом опыте и на правильно сделанных выводах. Следующий ваш ответ. Активизировать наши хорошие бактерии. Тоже весьма оригинальный ответ, но в принципе здесь тоже есть интересная мысль. Получается, что когда мы питаемся загрязняющим образом, ну, традиционным питанием, да, крахмалистая, слизистая, там, тяжелая еда, у нас в кишечнике царит такая нездоровая обстановка, у нас засилье патогенной микрофлоры. И здоровых бактерий у нас очень мало, и им нет шансов для развития, потому что очень мало сырой растительной клетчатки в питании у таких людей. А когда мы уже перешли или переходим на естественное питание, и у нас уже довольно много в питании сырой растительной пищи, у нас есть хороший корм для бактерий, сырая растительная клетчатка, бактерии здоровые на этом размножаются, хорошо растут, оказывают нам всяческую пользу, то патогенные микрофлоры становятся все меньше. И, в принципе, в небольшом количестве она все равно нужна, потому что она должна подъедать вот ту самую слизь, которая, да, остается как в результате процесса загрязнения. Этот симбиоз все равно нужен. То есть доброе и хорошее пусть существует рядом, но доброе пусть всегда побеждает. Ой, доброе и хорошее, доброе и плохое. Хорошее и плохое. Но хорошее пусть всегда побеждает плохое. А вот когда мы на вот таком хорошем здоровом питании и на здоровой микрофлоре даем иногда себе загрязняющую еду, мы как бы даем работу, с одной стороны, для патогенной микрофлоры, да, чтобы она питалась этой слизью, полученной в результате расщепления такой еды. Но с другой стороны, если не будет активизации патогенной микрофлоры, то не будет и активизации здоровых бактерий. То есть вот этот процесс борьбы, он должен всегда присутствовать. То есть хорошее должно всегда побеждать плохое, но это происходит обычно в борьбе. То есть таким образом, давая себе иногда вреднятинку, да, мы активизируем вот эту борьбу хороших и плохих бактерий. И если вреднятинки немного, то хорошие бактерии все равно победят. Так что вопрос, ответ вполне очень даже хороший. Следующий ваш ответ. Чтобы не копить запреты. Вот прям ставлю пятерку тому, кто так ответил. Это действительно с точки зрения психологии, психики человека, это очень-очень важно, не копить запреты. Когда человек копит в себе долгое время вот эти, ну, вот эти, да, моменты, которые базируются в основном на дисциплине, на самоограничениях, что он себе постоянно что-то запрещает, то это не позитивно сказывается на его эмоциональном фоне. Человек не может жить все время в запретах. Это ненормально. Да? Мы знаем, что дети, которые воспитываются на запретах, они не вырастают психически здоровыми. Вот. Поэтому и мы должны себе то же самое говорить, что на одних запретах здоровым не будешь. Здесь нужно исходить из другого, из состояния, из чувства комфортности. То есть нормально – это жить в состоянии комфорта и гармонии с самим собой, но ненормально жить в состоянии запрета. Поэтому, если мы постоянно на запретах, то очень велик риск срыва.
срываются с запретов намного-намного в разы чаще, чем те люди, которые себе иногда что-то позволяют, и это их расслабляет немножечко, чуть-чуть, дает им вот такое какой-то баланс, позволяет поддерживать баланс в себе, вот такой психологический, уравновешивание эмоций. Поэтому я полностью согласна с этим ответом. Нельзя жить на запретах. Лучше позволить немножко иногда, чуть-чуть расслабиться, но при этом чувствовать себя более комфортным, более полноценным человеком. А вот следующие два ответа, они похожи. Я их в один как бы объединила. Один ответ – это побаловать себя. Второй ответ – для радости. Ну, они такие как бы тоже имеют, я не могу назвать их неправильными, они тоже имеют место быть, эти причины, да, побаловать себя и для радости. Вопрос только в том, какая реакция на них происходит, да. То есть, с одной стороны, когда ты говоришь себе, эх, побалую я себя вот этим пирожным, да, идешь в кафе, там берешь пирожное, кофе, и ты как бы хочешь получить радость, побаловать себя, может быть, и получается, да, может быть, и получится получить какую-то радость в этот момент, но чаще как раз происходит вот то, о чем я говорила выше, вот это сравнение, этот полученный опыт, что оказывается, это ну, не так и радостно, как я думал. И тем не менее, получить этот опыт нужно, да, чтобы в следующий раз подумать, а получу ли я эту радость вот с этим пирожным, или может лучше пойти дальше. А еще один ответ вот тут был, но он у меня под большим знаком вопроса. Кто-то написал, что для энергии мы едим вредную еду. Это вообще не так, потому что, ну, я не знаю, насколько много энергии можно получить из вредной еды. Хотя, конечно, если мы берем кусок торта, в принципе, энергии получить из него можно, но на очень короткое время. То есть вот энергия, которая из глюкозы поступает, то есть она быстро поступает, но она быстро и расходуется, исчезает вот эта энергия. А если это энергия из фруктозы, то есть из фруктов, то ее хватает на более долгое время. Поэтому тут весьма сомнительно, что для энергии мы едим, или там, скажем, мясо какое-нибудь, или ну, что-то там, не знаю, мясо с мучным вместе. Насчет энергии весьма сомнительно. Скорее всего, даже здесь может быть потеря энергии, потому что такая сложная, тяжелая пища, она, наоборот, отбирает у нас энергию для того, чтобы хорошо, ну, организм хочет переварить ее хорошо, да, расщепить, поэтому он будет, наоборот, энергию отбирать. Так что насчет энергии вот вопрос большой. Так, еще один ответ. Для адаптации в случае форс-мажора. Ну, в принципе, уже об этом говорили, да, совершенно верно. Чтобы форс-мажорные обстоятельства пережить без тяжелых симптомов. Так, еще ответ. Чтобы понимать разницу. Тоже, да, уже повторяемся. И еще один ответ. Как прививка. Вот это тоже весьма оригинально, прям на злобу дня, да. Как прививка. Да, действительно, если это в микродозе, да, мы себя побаловали там, да, что-то приняли, это действительно действует как прививка, да, для иммунитета. Оригинально. Спасибо за такой оригинальный ответ. Вот еще один ответ, чтобы получить выброс гормона счастья. Ну, я не знаю. Выбрасывается ли гормон счастья вот на вредной еде? Мне кажется, быстрее гормон несчастья выработается. Ну, может быть, и выбрасывается там, да, на куски от торта, но такое тоже весьма сомнительно. Так, ну и вот тоже интересный ответ, последний, чтобы убрать психическое напряжение.
Да, это тоже имеет место, такой ответ. Действительно, вот когда мы едим здоровую, экологичную, естественную еду, по большей части сырую, растительную, ну, плюс там все остальное, да, мы становимся здоровее, мы становимся легче, и мы, как бы это сказать, то есть иногда бывают такие моменты в жизни, ситуации тяжелые с точки зрения нагрузки, может быть, психологической там, или психической нагрузки, может быть, ну, такой эмоционального плана, да, может быть, физической нагрузки. То есть у нас бывают такие ситуации, когда приходится очень много либо работать, либо напрягаться, либо выяснять какие-то отношения, когда нам нужно, ну, есть такое слово «заземлиться», да, то есть если состояние такое трудное, тяжелое, и нужно как-то успокоиться, да, вот это, снять какую-то вот эту вот тяжесть, напряг, иногда нужно действительно быть ближе к земле, чтобы вот своеобразную такую разрядку получить. И это правильно вот было сказано, снять психическое напряжение. И вот тогда действительно вот это вот небольшой такой точечный прием, да, какой-то вредной, тяжелой еды, может быть, даже того же куска торта, да, или там какого-то бутерброда с колбасой, ну, вот, образно я говорю, каждый для себя там выбирает разное, оно дает человеку возможность как бы приземлиться и встать немножко ближе, как, не могу никак подобрать слова, то есть вот эти тяжелые ситуации, они всегда бывают спровоцированы какими-то низменными эмоциями или состояниями, да, или тяжелой какой-то работой, или негативными отношениями между людьми. И поэтому, чтобы не парить высоко, да, как бы стать немножко ближе к земле и принять эту ситуацию, да, не слишком сильно ей сопротивляться, а именно принять ее как неизбежность. Иногда действительно нужно заземлиться с помощью вот такой тяжелой еды. Я очень надеюсь, что такие ситуации у нас редко бывают, потому что если они будут часто или постоянно, то, во-первых, это уже вопрос там, да, к психическому здоровью человека. Во-вторых, на таком состоянии просто невозможно будет перейти на более такую здоровую, естественную еду. Ну и, кстати, вот да, прям есть примеры живые, когда человек вроде бы с одной стороны хочет изменить свое питание и хочет начать переход, хочет начать очищаться, начать менять питание, но у него в семье царит, допустим, неблагоприятная обстановка, там проблемы с мужем, проблемы с детьми, какой-нибудь нервотреп, нервоз, да, то, как правило, вот в таких ситуациях совершенно невозможно начать. Поэтому даже вот бывали случаи, человек оплатил консультацию, да, там оплатил какой-то курс, а потом происходит то, что он понимает, что он не может сейчас никак ничего начать, и он мне пишет: «Бай, мы можем перенести наше сотрудничество, то, что я сейчас не могу вообще, у меня вот такой-такой трэш в семье». И тогда, конечно, я говорю: «Да, сейчас вы ничего не сможете сделать, оставайтесь на своих прежних позициях в питании, немножко поработайте, да, разберитесь с тем, что происходит, дайте этой ситуации увидеть свое, да, логическое свое разрешение этой ситуации, а потом уже на более спокойной волне приступайте к работе над собой». Поэтому да, вот благодарю за такие ваши продвинутые ответы. Очень рада, что мы с вами совпали. Вот видите, мне даже от себя практически ничего не пришлось говорить, потому что вы очень верно понимаете ситуацию. Но тут есть один момент, который щекотливый, который нужно сейчас обговорить, что при том, при всем, что мы признали, что
есть очевидные плюсы у таких вот, да, точечных впусканий в себя вредной еды. Главное не сесть на этого конька и не поскакать на нем. А, это же можно, да? А, ну-ка я там сегодня, ну, завтра, а, чуть-чуть, сегодня я там сниму стресс, а завтра я хочу ублажить рецепторы, а послезавтра мне нужно там с моей микрофлорой там, да, пусть будет борьба, а послезавтра мне нужно получить негативный опыт, чтобы потом получить положительный опыт. И можно каждый день находить разные причины, чтобы, да, вот так вот забрасываться, а в итоге тогда не будет никакого здорового питания, не будет естественного питания, и будет сильнейший откат назад, и тогда уже, ну, нужно начинать все сначала. Поэтому мы говорим о вот таких появлениях вредной еды, да, именно в разовых каких-то форс-мажорных или необходимых ситуациях. Ну, Новый год – одна из таких ситуаций. Ну и в заключение я, наверное, скажу еще, что вот то, что мы назвали, вот эти вот все, да, причины для того, чтобы держать организм в тонусе, да, и давать ему понимать, что все-таки он должен очищаться. Все-таки организм все время должен очищаться, да, именно поэтому мы даем ему понять, что есть еще и загрязняющая еда, чтобы он очищался. Но кроме еды, вот этой вредной, загрязняющей, мы можем же еще и другими способами давать понять организму, что ему нужно очищаться. Мы должны об этом все время думать, потому что если мы не будем об этом думать, то у нас не будет происходить процесс оздоровления в теле. Так вот, другие способы дать ему это понять – это, во-первых, разгрузочные дни, которые желательно проводить, ну, раз в неделю или там, ну, раз в две недели. Ну, каждый для себя это решает сам, да, смотря на каком этапе он находится. Очень полезно в один и тот же день недели устраивать себе разгрузочный день, ну, в виде там или жидкого питания, или там еще каким-то образом. Кто-то на воде, кому как удобнее. И периодические курсы очищения организма, я говорю про условное голодание. То есть периодически, опять же, с разной периодичностью, да, кто-то на начальном этапе проводит их часто, там 3-4 раза в год, кто-то уже на продвинутом этапе, может быть, 1-2 раза в год проводит, но проводить их нужно. И проводить их нужно всегда. То есть даже если это один раз в год, и даже если это где-нибудь там 5-7 дней на жидком питании, да, по системе Оганян, это все равно тоже будет хорошо, это будет в плюс, и это тоже будет давать понимать организму, что ему все-таки нужно очищаться. А особенно если вот такой курс будет всегда в одно и то же время, скажем, на переходе из зимы в весну, или там на переходе из лета в осень, ну как-то так, кому как удобнее, да, тоже от многих факторов зависит, то это тоже будет такой цикличностью для организма, он это тоже будет запоминать, и он будет понимать, ага, наступает вот такое-то время года, сейчас меня будут очищать, и организм к этому относится всегда благосклонно, с благодарностью. То есть организм любит, когда его очищают, но делать это нужно именно по согласованию со своим организмом. То есть если он действительно хочет, если он готов, если он, ему это требуется, то это нужно делать. Ну и, пользуясь случаем, напоминаю, что идет набор на очередной курс очищения, который стартует 7 февраля. С 7 февраля по 7 марта он пройдет. Будет состоять из трех этапов: подготовка, условное голодание, выход. Но, как я уже вам неоднократно говорила в сторис, курс очищения – это не просто про условное голодание, про клизмы, да, это еще и очень много про питание, потому что просто очищаясь, но не изменяя питание, вы не измените ситуацию в своем теле, вы будете топтаться на одном месте. А нам нужно закрепление результатов, нам нужно получение хороших результатов и прогрессирование, то есть движение вперед, оздоровление. Потому что в этом возрасте мы уже многие имеем какие-то хронические заболевания, от которых, конечно же, никто нас не избавит, кроме нас самих. И вот для этого нужен курс очищения. У меня сегодня, я отвечала там на очередной запрос, на заявку, да, на курс, и меня спросили, если вы берете меня на ваш курс очищения,
Это значит ли это, что я избавлюсь от своих диагнозов? Неправильная постановка вопроса. Если я беру человека на курс очищения, это значит, что я обязуюсь дать ему максимум информации по очищению и по здоровому питанию, которую он будет использовать всю свою оставшуюся жизнь. А каким результатом приведет его использование этой информации в течение нескольких лет, это будет зависеть от того, насколько человек правильно и адекватно встраивает эту информацию в свою жизнь. То есть надо понимать, что просто пройдя один курс УБАИ, нельзя запланировать себе, что я прошел курс, и у меня, я выздоровею, у меня не будет там проблем со щитовидкой, у меня не будет сахарного диабета или чего-то. Это немножко не то. Вы идете на курс за получением знаний, потому что, как правило, люди, приходящие на курс, пишут в своих анкетах: вроде бы понимаю, вроде бы что-то делаю, а не получается, вес не снижается, там болезнь не уходит. Но это означает только то, что он вроде бы понимает и вроде бы делает, а на самом деле не до конца понимает и немножко не то делает. Вот на курсе я учу правильно понимать ситуацию, да, правильно делать нужные действия. И этот алгоритм закрепляем именно на курсе. Алгоритм правильных действий, база нужных знаний, которая остается с вами навсегда. Не просто вот здесь, но еще и в вашем личном кабинете, в который доступ на всю оставшуюся жизнь. То есть можно бесконечно пересматривать, переслушивать эти материалы, эти записи вебинаров, которые мы проводим 3 раза в неделю, эти переписки в чате, эти отчеты участников, которые я корректирую, исправляю ошибки, эти обучающие материалы, которые остаются в доступе в личном кабинете. Все это для вашего пользования, для вашего удобства и для получения нужных вам результатов. Набор я заканчиваю в декабре, потому что потом новогодние праздники, потом кто-то отдыхает, уезжает, а потом мне еще нужно будет какую-то часть января для того, чтобы подготовить участников материально. То есть я имею в виду закупить нужные травы, там всякие ингредиенты, эфирные масла подобрать людям и так далее. Поэтому до конца декабря еще я набираю группу, после Нового года уже набор делать не буду. Если кто-то еще пока раздумывает, присоединяйтесь. Ссылочка в шапке, проходите по этой ссылке, оплачивать сразу ничего не надо, там даже и нет ссылки на оплату. Переходите по ссылочке в шапке профиля и попадаете на страничку презентации курса. Смотрите, из чего состоит курс. Там очень подробно все написано. Какие вебинары, какие темы, что, как, чат, группы и так далее. Смотрите все подробности. Если все нравится, заполняете форму регистрации, пишите свое имя, свою электронную почту, нажимаете «Подать заявку» и переходите в свою электронную почту. Вам приходит письмо с анкетой, в которой несколько вопросов. Это, по-моему, 5 вопросов всего, да, в которых я интересуюсь вашим состоянием и вашими целями, с которыми вы идете на курс. Заполняете эту анкету, присылаете мне в ответном письме, и дальше мы уже с вами обсуждаем, нужен ли вам этот курс, да, если нужен, как вы его оплатите, когда вы его оплатите, и что вы будете потом получать, какие письма, какая информация и так далее, уже все остальные детали. Так что, если желаете, да, узнать, что такое здоровое питание, что такое очищение, приходите, будем разбираться. Попробую сейчас ответить на ваши вопросы, я там видела несколько штук, и на этом можем закончить. Я вижу вопрос не в тему. У вас волосы свои не крашены. Нет, не крашены волосы. Это моя натуральная седина.
в стрессе и неосознанности, потому что мозг ленив. Ну, я так поняла, что это, да, мы едим вредную еду в стрессе и на неосознанности. Ну, наверное, это тоже индивидуально. Потому что, например, вот что касается меня, я про себя сейчас скажу, да, Саш, если у меня стресс, я на стрессе не могу есть не то, что вредную еду, я даже не могу есть полезную еду. Я на стрессе вообще не могу есть. Я могу только пить. Это вот моя такая особенность. А если у кого-то происходит по-другому, то может быть так. Именно так, да, он снимает стресс. Неосознанность. Но опять же, тоже, допустим, я, если я ем какую-то вредную еду, то я ем это сознательно, именно осознанно. Скажем, на день рождения, да, там я покупаю торт. Допустим, вот у мужа, да, был день рождения позавчера. Я осознанно пошла и купила торт, потому что он попросил Наполеон, потому что я не могу ему отказать, потому что он это всегда любил. И в этот день я вообще ни в чем ему не отказываю. Я пошла, купила торт, он был очень вкусный, мы его съели. Я тоже съела кусок, я делала это абсолютно осознанно, потому что это был праздник, и я, в общем-то, к этому была готова. Так что... Наверное, у всех по-разному это происходит. Рецепты полезной пищи, продукты перечислите. Ну, я уже перечисляла, наверное, просто нужно будет пересмотреть запись, да, нашего эфира. Вот Юля пишет, у меня куча соплей. Юля, я тебя поздравляю, если у тебя куча соплей, значит, у тебя хорошо идет процесс очищения, и у тебя работает здорово дыхательная система на вывод слизи. Пускай они будут, лучше пусть они выходят, чем они там копятся. Ты прекрасно это знаешь, что дыхательная система, как одна из выделительных систем, выводит эту слизь. Просто помогай этим соплям выделяться. Они могут еще целый год выходить, а может быть и два. Потому что, помнишь, что Марва Оганян говорит, да? Два стакана у нас в черепушке вот этой самой слизи. Так что считай стаканами. Как два стакана выведешь, значит, все, закончен процесс. Ну и плюс не нужно забывать то, что когда мы питаемся загрязняющим образом, мы же еще и добавляем себе этой слизи. Мы ее добавляем. Доброе утро из Рязани. Галина, приветствую. Очень рада моей землячке. Так. Ну что, вопросы все вроде бы я вижу, да? Так. Да, вроде бы все. Значит, благодарю вас, что вы прослушали вот это все, что вы со мной солидарны, что мы с вами друг друга очень хорошо понимаем. Я очень рада, спасибо. Если остались какие-то вопросы, связанные с темой питания, очищения, загрязнения, задавайте их в комментариях под записью этого видео. Я сейчас выложу его в ленту, и я обязательно отвечу. Я всегда отвечаю на все ваши вопросы. Все, ребят, хорошего дня. Спасибо. Надолго не прощаюсь. Пока-пока.